Всем привет! И сегодня мы будем разговаривать о том, возможны ли повторные роды после кесарева сечения. Я думаю, что тем, кто уже рожал и у кого роды прошли путем операции кесарева сечения, и кто сейчас находится в ожидании второго малыша, этот вопрос, скорее всего, может встать. Поэтому давайте поговорим сегодня с главным врачом Щелковского перинатального центра. Здравствуйте! Добрый день! Я вот задала вопрос и очень хотела бы получить на него ответ, потому что некоторые повторно родящие, которые вот находятся в ожидании второго ребенка, и у кого, правда, первые роды прошли вот путем операции кесарево сечения, считают, что ну, на этом все. И вторые роды возможны только тоже путем операции. Конечно, пациентка, перенеся на фоне первых родов перед пациенткой, которая перенесла кесарево сечение, в последующей беременности встает дилемма, когда она беременна, инструкционной матки, какой метод выбора родоразрешения ей выбрать, и, как правило, вариант и мнение у пациентки, что нужно второе кесарево сечение, но это не так, потому что по нашим всем акушерским канонам наличие рубца на матке после операции кесарево сечения не является абсолютным показанием для последующей операции. И, соответственно, если спросить, может ли пациентка рожать с рубцом на матке, то я отвечу, да, может рожать. И у нас накоплен уже большой опыт родов через естественно-родовые пути с рубцом на матке. На протяжении 15 лет мы занимаемся этой проблемой. И достаточно хороший положительный результат. А вот объясните, пожалуйста, чем вообще это опасно? Ну вот почему все-таки считается, что и считалось до того, как мы вам этот вопрос задали, почему это опасно? Чем это может быть чревато? Почему женщины и многие врачи этого опасаются? Ну, конечно, беременность с рубцом на матке и роды с рубцом на матке через естественно-родовые пути относятся к высокой степени риска, потому что матка скомпрометирована. Значит, на передней стенке в нижнем маточном сегменте есть рубец, и очень сложно понимать, да, врачам, нет 100% методов диагностики, критериев состоятельности рубца. Поэтому, вот, безусловно, врачи, которые ведут роды через естественно-родовые пути, должны обладать достаточным опытом, навыком, выдержкой, терпением, и ориентироваться на ситуации, которые могут быть, и симптомы, которые могут быть, при чего боятся, в общем-то, и пациенты, и врачи. Это несостоятельность рубца во время родового акта, несостоятельность, угроза, разрыв матки по рубцу. И очень важно понимать микросимптоматику, потому что ультразвук, он не дает 100% метод оценки состоятельности, а имеет диагностическую эффективность до 70%. Вот мы лично ориентируемся на клинические проявления, если мы говорим о несостоятельности рубца. Тем более, если пациентка обезболена регионарным методом анестезии, перидуральной анестезии, каких-то классических признаков несостоятельности нет, таких как кровотечение, где все понятно, да, как правило, если пациентка обезболена, каких-то моментов не происходит. Мы ориентируемся на три симптома. Это ослабление родовой деятельности, изменение сердцебиения женщины и мамы. И, соответственно, реагируем, если возникает ситуация. Но хотел бы сказать, что метод, он эффективен. Эффективность метода родов с рубцом на матке, она зависит, от четких критериев. То есть, если критерии у пациентки соблюдены, да, то есть очень важно, первое, это самое главное, я считаю, что пациентка убедительно хочет рожать сама. Не врач ее заставляет и пытается переубедить, а пациентка замотивирована на естественные роды. Это первое. Второе – это относительные признаки состоятельности рубца ультразвуковые. То есть определенная толщина миометрии в области послеоперационного рубца должна быть определенной толщины.
и самостоятельно биологическая зрелость шейки матки, родовых путей. Вот если это три критерия соблюдены, то вероятность успеха естественных родов с рубцом, она максимальная. Если брать нашу методику ведения родов с рубцом на матке, она несколько, ну, отличается от других методик. Я могу рассказать, потому что я очень хорошо знаю эту тему. В 2014 году я защитил диссертацию по особенностям, спасибо, ведения родов с рубцом на матке и на большой группе. И, соответственно, мы пациенток ведем как обычную одноплодную беременность. Мы не готовим шейки матки в 38-39 недель, если они не зрелы, мы ведем как обычную беременность до 40 недель. В 40 недель оцениваем состояние родовых путей, толщину рубца по ультразвуку и госпитализируем пациентку. И очень часто бывает, что недостаточно признаки в срок родов со стороны шейки матки. Мы даем возможность пациентке несколько дней до 41 недели естественным способом, естественным путем подготовиться для того, чтобы организм сам был здесь готов. Под наблюдением здесь? Под наблюдением, конечно, под мониторированием, да, оценим состояние ребеночка, рубец и ждем родовой деятельности. И, как правило, в 80% пациентки сами вступают в роды. И эффективность этого метода, по нашим данным, она составляет 30%. То есть каждая третья пациентка, которая к нам госпитализируется, она рожает через естественные родовые пути. Если брать статистику по России, то частота естественных родов с рубцом на матке колеблется от 5 до 8%. Мы своей работой вот, многолетней доказали, что до 36% можно увеличить роды через естественные родовые пути. И это является резервом для снижения оперативной активности, потому что частота кесарево сечения, она из года в год растет. И я вижу, что и уже клиники это понимают, многие учреждения, и пытаются информировать пациента о возможности родов через естественные родовые пути, потому что каждый год, в день до 1000 кесаревых сечений в России происходит, а в мире каждую секунду 50 кесаревых сечений происходит. Ух ты, ё-моё, вот пока мы с вами разговаривали, сколько уже, же уже прооперировали, да, уже. Можно сказать, сейчас вот за 10 секунд 10 человек. Поэтому нужно искать резервы пути и наличие рубцов, наличие, вот, естественно, возможность ведения родов через естественно родовые пути с рубцом, на мой взгляд, это резерв для снижения оперативной активности. А какие есть еще, допустим, противопоказания? Ну, если у тазовое предлежание с рубцом на матке? Ну, опять же, есть критерии, да, с рубцом на матке. Это одноплодная беременность, головное предлежание. Если мы говорим о тазовом предлежании, это уже такое, в общем-то, относительно противопоказание, хотя в практике были роды в тазовом предлежании, но не в связи с тем, что я так захотел, а так захотела пациентка и просто отказалась от планового кесарева сечения. Просто отказалась. И мы были вынуждены напряженно следить за развитием родовой деятельности. И, к счастью, она в смешанном и годичном предлежании родила без разрывов прекрасно. И вот такой опыт был. Но, конечно, критерии должны быть соблюдены. Это одноплодная беременность, головное предлежание, нормальное течение беременности, поперечный разрез в нижнем сегменте на матке и нормальное течение беременности. А если два рубца, если было две операции кесарево сечения? Ну, как раз вот поправка, наличие одного рубца. Конечно, два рубца на матке, ну, вот по нашим уже показаниям акушерским, является уже показанием для планового кесарево сечения. Хотя я знаю, что в странах, в европейских странах есть опыт и ведение родов с двумя рубцами на матке, но у нас это показания для планового кесарево сечения. Но это как бы пациенты берут риски на себя, безусловно. Да, мы обязаны предложить, конечно, по протоколу плановое кесарево сечение, с которым пациентка либо соглашается, либо нет.
И вот иногда возникают естественные роды таким способом, и с двумя рубцами, и с тремя рубцами. Но это напряженная ситуация, и в этом плане... Женщины, которые это, очень верят, да, мне кажется, очень, очень одержимые, верят в себя, и у них получается. Но в этом плане мы юридически, конечно, уязвимы, потому что мы все равно несем ответственность за пациентку, несмотря на то, что она написала. Мы все равно должны предвидеть и предотвратить какие-то осложнения, если они возникают. Представляю, да. Напряжение очень высокое в момент таких родов, очень высокое напряжение. Что нужно знать и куда нужно идти беременной женщине, если у нее есть рубец на матке, но она узнала и приняла решение, что она может родить естественными родами? Ну, безусловно, она должна изучить учреждения, у которых наибольший опыт введения родов с рубцом на матке. Это достаточно легко, нам интернет все подскажет, и сосредоточиться, и определиться с местом, с учреждением, где она будет рожать. На мой взгляд, если вот я имею опыт, и я считаю, что у пациентки с рубцом на матке должен быть индивидуальный врач. Потому что один рубец, одна пациентка, один врач. Персональное ведение. Потому что в потоке это достаточно чревато. Хотя, в принципе, если учреждение работает и для них это обычная рутина, то, в принципе, можно и по скорой приехать. Но чтобы обезопасить полностью там ситуацию, наверное, нужно выбрать первую клинику, второй врача, которому можно доверить. Ведь не каждый врач может провести роды с рубцом на матке. Это врач высокой квалификации, да, с определенным навыком, выдержкой, опытом, чутьем на этим. И в этом плане в 36 недель надо уже задуматься о том, за месяц до родоразрешения, с каким врачом можно будет рожать. Поэтому я бы так посоветовал. Ну, если либо другой вариант, прикрепиться к учреждению в клинико-диагностическом центре и до 39 недель в рамках ОМС проводить мониторирование оценки состояния рубца по ультразвуку, оценку состояния ребеночка по КТГ и поступать уже в случае начала родовой деятельности. Но по нашим приказам, 572-му, показано с рубцами на матке, у пациенткам с рубцом на матке показана дородовая госпитализация. Поэтому в этой части безопаснее госпитализироваться и ожидать родовую деятельность уже в учреждении, в стационаре. Беременность у таких женщин протекает. Нужно ли как-то особенно себя беречь и там, не знаю, как-то аккуратно ходить? Или как вообще протекает беременность? Ну, беременность – это не заболевание, это обычное физиологическое состояние организма в определенном моменте, поэтому с рубцом или без рубца, она, если протекает физиологично, ну, в общем-то, меры... То есть беременность с рубцом на матке и без рубца на матке ничем не отличается абсолютно и не требует, ну, скажем так, вот в большей части, там, до 36 недель. Нет, обычный образ жизни, безусловно, но тут я не могу не хочу давать никаких дополнительных рекомендаций, потому что нужно себя чувствовать комфортно и чувствовать себя здоровой. Вот, поэтому может ли осложняться течение беременности? Может, в каком моменте? Если у пациентки рубец на матке, то есть и почему мы всегда очень осторожно в части операции кесарево, потому что последствия могут быть какие? Плацента может прикрепиться в области рубца. Есть такое понятие врастания плаценты в рубец. Это вот очень опасное состояние, которое может быть у пациентки с рубцом на матке. Поэтому в первую очередь нужно, если плацента расположена по передней стенке в области рубца или предлежания, в первую очередь нужно исключать вот эти вещи. Вот. Если плацента расположена обычно, не связана с рубцом, то обычно пациентка себя ведет так, как и пациентка первородящая. По поводу, вот вы спросили,
как пациенткам себя вести, если они хотят рожать. И вот я, безусловно, говорил про индивидуальное ведение. Я считаю, индивидуальный врач у таких пациенток и даже по ОМС должен быть. И вот в ближайшее время я планирую ввести это в практику, где пациентка к нам обратится, если пациентка к нам обратится с беременной с рубцом на матке, к ней будет прикрепляться персональный врач по ОМС. Потому что это первое безопасно, это индивидуальный подход, индивидуальное ведение родов с высокой группой риска. И тем самым мы можем просто минимизировать или снять максимально все риски, которые могут быть. И когда это у вас будет, чтобы мы к вам отправляли? Можете уже отправлять. Ага. Я думаю, что это будет уже в ближайшие 2 недели. В ближайшие 2 недели. Как раз я думаю, что вы к этому времени точно уже будете смотреть наш выпуск и будете точно знать, куда обращаться в случае, если первые ваши роды прошли путем операции кесарево сечения, и вы ждете второго малыша и очень хотите родить самостоятельно, то обращайтесь, пожалуйста, в Щелковский перинатальный центр, где вас очень и очень ждут. А на этом мы поблагодарим за столь интересное интервью. Спасибо большое, что рассказали и что были с нами. Спасибо. Спасибо, ждем вас.